третьей серии. Давай уже ложиться спать. А завтра утром поедем мне за одеждой, а тебе за пони. Да, давай. Сейчас только разложу вещи какие-нибудь. Так. Будильник заведу. На тебе пони. Поняшка! Да, сейчас надену маску и ляжем спать. Вставать. Я не хочу, но надо. Сестра. Сестра, вставай. Ладно. Доброе утро. Доброе утро. Да-да, кто там? Завтрак в номер. Завтрак в номер. Да-да, сейчас открою. Ух ты, у нас завтрак номер оказывается. Чук-чук. Да-да, заходите. Так, вот ваш завтрак. Я же говорю, что у нас хорошие завтраки. Так вот. Потом не забудьте нас позвать, чтобы мы все отнесли. Да, хорошо, да. Все. Ух ты, как много вкусненького. Ну, хотя бы завтрак у них был нормальный. Да. Завтрак у них нормальный, более-менее, по крайней мере. Так, стоп, получается, мы заплатили за один завтрак? А, да, конечно, везде есть свой подвох. Почему? Потому что завтра мы уже уедем. Ну, как бы мы переночуем. Мы вот эту ночь переночевали. Ну, как бы. Сейчас утром мы переночуем... Еще ночь и поедем. А, ясно. Да. Хотя, наверное, завтра нам тогда завтрак дадут. Не знаю. Да, я тоже не знаю. Но вчера, я помню, у нас был ужин ужасный. Ой, да, ужин у них ужасный просто. Помнишь, нам пришлось спускаться. Да, они нам позвонили и сказали, чтобы мы еще спускались. Да, но завтраки у них зато вкусные. Ага, вкусно, ты даже не пробовала. Ну, я думаю. Ладно, давай сидим. А, падаю. А, так, пойду отвезу. Так. Вот я пришла. Ну что, пойдем за пони и тебе за нарядами? О, да, я очень хочу за нарядами. Тогда идем. Только я думаю, давай тогда вещи все возьмем. А, да, давай. Так. Идем. Идем. Чук-чук-чук. Так, я закрыла номер. Все, идем. Быстро обернись! Быстро бежим, 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 бежим. А вот как и пнёс соседний номер, который такой не очень крутой. Да. Ай, как мне повезло, что я остановилась у вас в таком хорошем люксе. А, да, подруга, пойдём-ка, я тебя свожу и покажу одно прикольное платье, как раз которое ты хотела купить. Ой, да, пойдём. Я мечтала о нём, я видела тебя в рекламе. А, да, я в нём шикарно выгляжу. Пойдём в магазин, он как раз тут недалеко. Там надо пройти чуть-чуть на следующую улицу. О, конечно, идем. Идем. Ой, фу, фу. Так. Ой, надо вспомнить, куда нам идти к этому магазину. А, который с одеждой? Да, вроде он на следующей улице, здесь недалеко. Надо совсем чуть-чуть пройти, и мы окажемся как раз на нужном месте. Только в какую... А! Нет, не в ту, вон, в ту сторону. В ту? Ну, мы оттуда пришли. Ну, я почитала получше карты перед сном.
И, ну, выяснилось, что нам надо в ту сторону, типа, там завернуть направо, выйти налево и там идти прямо. Понятно? Главное, что ты знаешь. Это хорошо. Идем. И там как раз по дороге был магазин игрушек. Ура! Идем. Мы уже долго идем. Подожди, я достану рюкзак. Сейчас посмотрю, правильно ли мы идем или нет, хорошо? Угу. Я пойду пока тут постою, почитаю, что тут есть. Угу. Я пока в рюкзаке кое-что посмотрю. Эй, девушка, стойте! Еле добежала до вас. А, да, что? Вы вообще-то не заплатили за завтрак. Ну, вы же сказали, что завтрак входит в стоимость. А теперь не входит, а ну-ка платите. Что? Вы издеваетесь? Вы правда издеваетесь? Нет, теперь он не входит в стоимость, а ну-ка платите. Да я вас сейчас... Я не знаю, что я сейчас делаю. Я сейчас вас магией сражу. Не знаю. Магией? Да хоть в рукопашную. Нет, стой, искорка. Не надо, не надо. Да я... Ах ты... Да... Я тебе сейчас... Принцесса Искорка? О, нет. Здесь принцесса Искорка. Ваше Величество, Ваше Высочество. О, нет, нет, бежим. Бежим. Стойте, дайте автограф. Бежим, елочка, давай за ней спрячемся, давай. Принцесса Искорка, где же вы? Наверное, туда побежала. Она ушла? Да, вроде ушла. Быстро выходим и бежим за моей юбочкой. Бежим. О, она испачкалась. Да ладно уже. Так, я ее быстро одену. А ты следи, чтобы никто меня здесь не увидел. Потому что если все узнают, что я здесь, то узнает и мама, что я здесь. Так. Прости, что я так сделала. Ну, она меня просто достала. Она еще хотела деньги взять за то, что мы не заплатили, а мы платили. Да, я понимаю. Прости, что я еще кликнула твое имя и, так скажем, ты разозлилась. Да, я чуть не использовала магию. И чуть... Ну как, чуть, хотя она узнала, кто я. Но главное, другие пони не знают. Принцесса Искорка, это вы? Я наверх беру юбку, а ты, если что, говоришь, что ты там меня не знаешь. А, юбка упала, блин. Принцесса Искорка, где же вы? Эй, малютка, ты не видела принцессу Искорку? А, да, да, видела, она вот в ту сторону побежала. Ой, спасибо, деточка. Искорка, ты там все? Почти. Я сейчас слезаю уже. Хорошо, я сказала, что... Ну, типа, что ты пошла в другую сторону, поэтому давай быстрее. Иду. Вот я, ну, вроде как что-то исправила, но... Знаю, и прическа стала хуже, и юбка хуже. Да ладно, пойдем уже до магазина. Быстро что-нибудь тебе там купим, твое платье, и уже поедем домой. Да, согласна. Рюкзак. А вот и он. Самый крутой в мире магазин. Тетя, куда спрятаться? А вот и самой девочки. О, тетя! Привет, мы очень рады тебя видеть. Ой-ой. Подождите минутку. Хорошо. Девочки, что ж вы не сказали, что придете? Почему не позвонили мне? Да мы здесь чисто проходом, мы уже идем. Так, мама знает, что вы здесь. Я звоню маме, и если она не знает, что вы находитесь в Контерлоте, то вас ждет суровое наказание. О, нет, 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 нет. Твайлайт, да что, что? Ты же знаешь заклинание по стиранию памяти. Да, но я его не практиковала. Теперь попрактикуешь. Нет, я не могу. Давай, сделай это, и потом мы бежим. Но... Так, девочки, мне позвонила ваша маме. Она как раз здесь, тоже приехала в этот город. Она думала, что вы у подружки Эпплджек. Но теперь она сейчас полетит. О, нет.
нет. Спустя 5 минут. Девочки, что вы здесь делаете? Как вы сюда попали? Вы меня очень напугали. А, спасибо, сестра, что сказала. Пожалуйста. Мам, просто... Я хотела купить себе новое платье, которое рекламировала принцесса Луна, но я знала, что ты мне не разрешишь его купить. И сестренке я обещала купить пони. И я знала, что ты ей тоже ничего не купишь, и мы решили уйти из дома в другой город, сняли отель, у нас там произошла проблема, еле доехали на автобусе. Короче, и все ужасно. Вы-то вдвоем на автобусе? Так еще и в отеле? Ой, не смешите меня. И Твайлайт, что с тобой? Ты спрятала свой урок в гриве, чтобы тебя не узнали? А, ну да, и еще одела юбку, чтобы не было видно мой знак. Ой, вот как смешно. Девочки, пожалуйста, в следующий раз сообщите мне. И как раз я сама тебе хотела подарить это платье. Ты ведь мне просил какое-нибудь платье подарить. Да? Да. Я тебе как раз хотела этим вечером позвонить и сказать, но... Так скажем, не получилось. Прости, мам, мы правда больше так не будем. Мы не хотели. Ладно, прощаю вас. Но вы очень умно все сделали, особенно твоя маскировка. Поверь, мам, мы все тебе расскажем, и она была намного лучше. Да, а ты мне купишь, мам, пони? И тебе куплю. Ладно, полетели домой. Спасибо еще раз, сестра. Пожалуйста. Ой, девочки, девочки. В фильме участвовали Twilight Sparkle, Applejack, принцесса Селестия и принцесса Луна. Также участвовал Коко, богатая гостья Starlight и две фанатки Искорки Флаттершай и Пинки Пай. Также водитель Applejack и пассажир Flower Wishes. В сериале «Новогодное путешествие». Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать колокольчик, если вы хотите... Если хотите новое видео. И всем пока! Пока-пока!